Потому что, конечно, ни Шопен, ни снег, ни тайга, ни курю не имеет никакого отношения к стилистике шансон. А жанр. Неадекватность. Песня сейчас будет мной исполнена. Этой песне 100 лет. И, естественно, написала ее не я. Понимаете? Вот. Вот это настоящий русский шансон. Вот прям до корней волос. Песня написана, к сожалению, авторов не знаю. Действительно, песня, вот, может, 1915, 18, 3, не знаю. Наверное, ну, я еще не адекват. Не только в географии, но и в политике. Просто, знаешь, тут красные пришли, а когда, ну, 17. Мне кажется, они не 17-го ходили. Они же не сразу прякнулись на дороге. Понятно, что они там долго это все затевали. В общем, сейчас я вам пою песню, которая является истинным русским шансоном. Песни более 100 лет. И вы сейчас, дамы и господа, услышите по словам, к сожалению, насколько она актуальна в нашей. Дай на волю.
Он не прав. Она, конечно, она не права. В результате любовь убили. А, видимо, и не любовь была. Хорошо. Хорошо это, когда чай индийский. Когда мята своя из сада. Когда не на кафе, а бразильский. Когда вообще говорить не надо. Когда даже дуракам понятно, что разговаривать, это не делайте. Утро, завтрак. Всем неприятно. И уже ничего не поделать. А оказались, пардон, дерьмом на проверку все наверх и все идеалы. И вот теперь не хочется Верки. Верка выспалась и отказала. Thank you.
умнее смотреть вперед. Наконец-то я стала другой. Я ждала. Ну, когда все пройдет. Я ждала, когда станет тихо и снаружи, и там, внутри. Ты теперь просто сядь и слушай. Хочешь, слушай меня. Хочешь, смотри. Ты увидишь, как я красива. Опускаю ресницы вниз. И ты вдруг поймешь, то, что ты любишь. Ну, так. Это будет для тебя сюрприз. Я тебе расскажу одну сказку. И одну расскажу себе. Я очень долго ходила в маске. Только самой себя. На себе. Испеку-ка я вам с тобой хлеба. Принесу из колодца воды. А на утро я снова уеду по плохим дорогам любимой страны. Посмотри, чай уже заварился, кипяток-то давно закипел. Я тебя люблю.
Да мне не жаль, мне не жаль. Я тебя честно. А вчера заходил ко мне друг мой китаец. Он все руки сломал.
кресло. Попрошу заметить. Но я на него не в обиде. Потому что пока не кусали. И пока не ломали. И они пальцем. Не кресло. Не видел. Я очень люблю одного человека, он это знает. Я его вижу. Я очень надеюсь, что ни словом, ни делом, ни даже взглядом я его не обижу. Не искал его в саду.
вся страна. Ну, не нужен нам берег турецкий. И Африка. Не нужна.
представление будет антракт. Дорогие люди, бывают такие моменты, после концерта меня спрашивают, а где? А я говорю, так там же было. И все время у меня так разламывает на две стороны неудобства. Говорить о том, что продается в коридоре диски, или не говорить. Потому что я терпеть не могу рекламу. Ведь я сама не вижу, когда мне что-то навязывают. И как мне только что-то навязывают, говорю, спасибо, и я этого не делаю. Поэтому если такие, как я, чуть-чуть бывать. Я потому что есть, у меня еще мальчик специальный такой вообще, самый скромный, и мне кажется, вообще невидимка. По-моему, нежно, но у него, я и правда, ну, это уже такая бородатая штука, но у него даже нет такой, у него светлые длинные волосы, борода такая, не вижу. Очень похож. Но здесь он плотнее, намного. Поздравляю, он совсем был раньше. Слушайте, вообще все, кто приходит ко мне, казалось бы, все коровеи. Ну, не так, ну, конечно, кроме Ксюши. Ксюша, не пустите, вот, пожалуйста. Да, 33 килограмма. В общем, короче говоря, там есть диски, если вам интересно, особенно, ну, знаете как, что значит, если это я в Нижний Новгород сказала, у меня новый альбом. Что я вам скажу? У меня там 7 станов. Так что, я, вообще не хотите ее уберите? Так, послушайте. Сейчас исполним такой же, что при песне. Песня сейчас будет вот это. Вот, а перед ней я исполню стихотворение. Я больше приличных стихотворений больше читать не буду. В следующем туре, хотел сказать, в следующем отделении будут только приличные песни. Курю, абсолютно. Но на контрасте будут, да, я помню, что, наверное, да? Ну, что? А, я забыл, да, совершенно верно. В общем, поэтому самое неприличное стихотворение, сейчас я вам расскажу, написала я его практически из последних. Я поняла, что с мужским полом, который тебе не должен случиться, в принципе, человек хотя бы. Так это твоя парень, если сзади мужская. Представляете, что я сейчас делаю? Как, какую которую? Которая сейчас самая грустная девочка. После того, что я сказала. Все грустные? Молодцы, парни. Молодцы. Петя, не улыбайся! Ты выпадаешь из обоймы. В общем, я решила, что, в принципе, когда человек не понимает русского языка, он никак не понимает, даже исконно так русского. Вообще, знаете, что надо? Вот есть такой сорт мужчин. Пишите стихи, девочки. Проебет. Единственное, что тот, кому я писала, 5 месяцев ничего не понимал. Он единственное, что пару раз спросил, слушай, кого ж ты так оскорбила? Я говорю, а ты не ничего себе ты приложила тут. Я говорю, да, что ты? Через 5-6 месяцев, когда до него действительно дошло, он обиделся очень сильно. Но мне было хорошо. Так что хоть дошло. И я написала, в общем, я сменила стихотворение с песней, все, стих, и я воспринимаю. Мне папа всегда говорит, если ты заразу, будешь не думать о буфете. Я вам объясню, у меня поселок, который я выжила, он был градорастущее одно предприятие, судоремонтный завод «Нерпа» по изготовлению и ремонту атомных подводных лодок. Все концерты, которые шли без антракта, больше никогда в жизни у нас в поселке не шли. И мой папа с 2 высшими образованиями, мужчина, он мне сказал, если ты хоть когда-нибудь забудешь о буфете, ты мне больше не будешь. Это на роде будет, да. Это же концерт, а не митинг. Девочки, записывайте, потом можете по WhatsApp друзьям своим посылать. Увидите, какой будет результат. Значит так, не болей голова у дятла. У дятла не должна. Слушать дрянь о себе неприятно. Особенно, если дятел почти семья. Не стучи в деревяшку мимо, деревяшка нажимая. Он сам себе настучал в могилу, и глубокая глянь какая. Бумеранги, они летают долго, но они все-таки долетают. Вот знаешь цену гибели?
Герда осколка. Но она хотя бы была сестрой у Кая. А тут, прости, Господи, хрен с горы. Клоун вышел из эшелона. Дождалась я золотой поры человека из поролона. Поролоновый дядя. Сильно? Неожиданно? Неприятно. Я-то думала, ветер ванильный. А он-то, увы, фекальный.